Рамзан Кадыров днем устроил сотрудникам местных спецподразделений внезапную проверку боеготовности. Правда, вместо полигона их привезли на Грозненский стадион, где их встретил лично глава республики. Что было дальше, видел наш корреспондент Артур Мустаев. На Грозненском стадионе имени Султана Белимханова сегодня болеют не за любимую футбольную команду, а за будущее России. На вторую по величине спортивную арену республики силовики пришли, чтобы продемонстрировать единство и готовность выполнить любую задачу президента страны. В штатском никого, все в военной форме и с полным боекомплектом. С трибуны перед бойцами выступил глава Чечни. Сегодня я повторяю слова Ахмад Хаджи. Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. 15 лет Путин помогает нашему народу. Теперь и мы с вами, а нас десятки тысяч человек, прошедших специальную подготовку, просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность, границы, выполнить боевую задачу любой сложности.